Друзья, всем привет! Вы на канале Про Игрушки. Сегодня на обзоре у нас планшет веселая бетка фирмы Limatoy. Он является двухсторонним. С обратной стороны у нас глянцевая поверхность, на которой рисуем водными маркерами. Также планшет обладает такой функцией, как обучающая. Тут у нас есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 программ. Сейчас включим его и посмотрим. Регулировка громкости очень неплохо. Так, верши. Слухай, веселі віршики. Та спробуй їх повторити. Натискай на кнопки. Тигр із кішкою – родина. Лиш тоді, коли дитина. Але схожості. Давай дізнаємось, який звук дає кожна літера. А також вивчимо назви геометричних фігур. Ну, в принципе, планшет неплохой. Вот тут еще есть режим пианино. Неплохой вариант за эти деньги, что его можно купить в интернете, неплохой. Друзья, этот планшет выгоднее всего взять у нас на сайте, ссылку оставлю в описании, мы предложим самую низкую цену, быструю отправку. Также в описании оставлю всю информацию, если будут какие-то дополнительные вопросы, пишите, мы ответим. В целом, планшет к покупке рекомендуем, неплохая вещь для обучения. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Доброго!